Всем привет, с вами Ника, и сегодня я хочу поговорить на такую тему, как координация движений в баскетболе. Сегодня, именно сегодня будет тема о ногах, то есть... Привет, погнали! Такое у нас упражнение. Мы делаем правой ногой назад, переставляем левую, и одновременно, когда мы переставляем левую назад, мы делаем немного прыжок правой ногой вперед, то есть смотрим... Также с левой мы переставляем правую, вернее, мы становимся на левую, переставляем правую и левую вот так вот прыгаем. То есть вот у нас должно получаться такое движение. Просто репетируйте дома, типа, и все будет хорошо. Не понял, как это делать. Мы делаем правую ногу назад, левую, ой, не то. Мы делаем правую ногу назад, вот так, правую назад, левую, и тут же правой прыгаем вперед. Потом мы переставляем на левую ногу, правую назад и одновременно вот так. Вот у нас получается вот такое движение. Пытайтесь повторять, и координация, например, даже в баскетболе вас улучшит. То есть вы сможете свободно передвигаться на площадке без каких-либо осложнений, падать, как много бывает у меня, например, случаев на площадке. Я прихожу, я с пацанами играю, типа... Некоторые просто там бегут, как-то у них, короче, как-то получается, типа, что они начинают падать. Поэтому обязательно развивайте координацию движения, чтобы вы хотя бы играли без травм. Ну, типа, почему нет? Так что давайте, всем удачи, всем пока!